Так, друзья, идем в это, в тюрьму в Петропавловской крепости. У меня тут карта дорожная. Смотрите, туалеты какие они тут бахнули. Ты первый раз поверишь. Наверное, водоканал, там их как называют, вот водобашня водяная. Прикольно, они здесь жили. Соборная площадь, комендантский дом, Нарышкин бастион. Тюрьма, вон она. Нифига там народу. Как они все в тюрьму хотят попасть. Языке тоже написано для братьев наших китайских. Сибирский левша. О, я, кстати, наверное, попаду в музей левши. Никогда не было уголов, только политические преступники. Только политические преступники. Для их содержания использовалось 69 одиночных камер, 2 карцера для наказания арестантов, а также различные подсобные помещения, в том числе и квартира начальника тюрьмы. 5 окон по второму этажу без решеток. Начальник проживал здесь постоянно, днем и ночью. Арестантов как раз и перевозили сюда под покровом ночи. Карета подъезжала ко входу в тюрьму. И, соответственно, арестанты проводили. Внешнюю охрану тюрьмы осуществляли солдаты городских гарнизонов. Это была разовая сменная вахта для них. Второй раз их никогда сюда не назначали. Связано это с тем, чтобы они не знакомились с внутренней охраной тюрьмы, о которой я расскажу. Давайте мы с вами займем очередь. Надеемся отдельно купить. 750 рублей. Направо или налево? Где-то налево. Валерий.
Вообще непонятно, что. Вы же покупать будете, а он не есть уже. Вот не вот это, да? Это прикол. О. Это прикладывают? Нет. Оп. Попали мы сюда. Слава богу, видели там очередь какая? Я без очереди, как всегда. Потому что с очередью это бред. Арестантский халат. Арестантские монеты, походу. Шапка каторжника. Ужас какая. Вот это, она же... Ой, обувь каторжника. Башмаки коты. Так, продолжение осмотра, второй этаж. Мы в тюрьме в настоящей, которая была здесь сколько там? 200 лет назад, сколько? О, прикол, мы заходить, наверное, можем. Так, начнем сначала. Прикольно, нифига, мы же в тюрьме. Выход. Так, Ипполит Никифин Мышкин. Смотри, подвинься к работе, пожалуйста. Уже срок отмотали, выходит.
Служебное помещение. Так, обстановка камеры подследственного, 1872 год, 150 лет назад. Это я не, пока не понимаю, что такое, тумбочка какая-то. Умывальники у них тут. Тюремный бунт. Азбука для перестукивания. Прикол, конечно. Воспоминания Чаруши. Установка камеры. Следственно. Ну, там написано, что можно. И, о, икона там. Закрыто тут. Тут тоже, видать, закрыто. Так, нам надо на второй этаж попасть. О, а там вон окошко открыто. Кто тут? Кто тут у нас сидел в тюрьме? Николай Александрович Морозов. В камере где? Чтоб собака какая-нибудь не укусила за нос, а то тоже неприятно будет. Так. Воспоминания А.В. Корба. Что это, фонтан, что ли, у него был? О, это камень, мрамор какой-то. Варынский Людвиг Сергеевич, Альберт Давидович Трауберг. Это печка
видать, ну, чтобы здесь тепло было, обстановка, камера, 1917 год, и ничего не изменяется, то есть, о, изменилась раковина. Интересно, тут вода есть? Нет, воды тут нет. Постельное белье, по-моему, появляется. Потому что что-то они просто на железках спали там. Так, кто ты у нас такой? Мальчишка. Бедняга. Их прям в колючую одежду какую-то заворачивали. И они бедолаги тут. Ну вот, у нее даже пол кривоват у этой. Ей вообще ни туалет не поставили, ни умывальник. Она здесь бедолага вообще. Иосиф Дементьевич Лукашевич. О, Ильич Ульянов. Генералов. Андрюшкин. Шевырев. Невзорова, что-то фамилия. Это знакомая. Это же какая-то невеста Ильича, по-моему, была. Смирнов. Так. Вот у меня сегодня видосов будет. Войноральский. Порфирий Иванович. Петр Анальевич Красиков. Члены депутации общественной деятельности, узники Бастиона. И все старые такие. Максим Горький тоже сидел. Лейтенант солдат лейб-гвардии Павловского полка. У них вентиляция даже была. Тут только отсюда, да? Да. Так, это выход. О, как тут темно. Главное, что здесь собака какая-нибудь на меня не напала. Карцер. Даже в тюрьме, видите, ковка, короче. Вот это по-любому все с того времени.
видно, это камень вообще какой-то. Просто в тюрьме. Это карцер, да? Так, куда они пошли? Так-то вечером, мне кажется, вот ночевать здесь палево. Если вот эти микрофоны будут там, что-нибудь там. Это выход. Так, понятно, это все выход. Сейчас я в то крыло пойду и вниз пойду, несколько фотографий сделаю. Ну а так, в принципе, вот друзья мои любимые. Это... Я в каждой комнате был, все показал. Сейчас мы в другую сторону мы не ходили. Вот в ту. Тут Горький сидел в этой камере. Даже шмотки есть его. Что-то писал он там. Нифига, тогда эти залоги были по 10 тысяч рублей, я представляю. Значит, были у них такие деньги? Это библиотека была. Ну, сейчас это рисунок просто. Там что-то. Стекло это, стекло. На стекле. Так, Брешка, Брешковская. Ну, она тоже молодец, конечно, Брешка. Брешковская. А
начале мая 1987 года были на и на этом кате. На рассвете была проведена казнь. Эшафот, правда, был рассчитан только на трех человек. Он казнили сначала первую тройку, а у меня тут четыре. Ну, там батареи. Интересно, они тогда были? Я имею в виду царский период, 40 лет, через результаты я прошел примерно 2000 Брат Ленина, что ли, какой-то, я даже не знал про такого. Вот сидел. Ершунин какой-то. Так, ну все, вот, мы до конца уже практически дошли, сколько? 27 минут. Так, кто тут сидел? Каторжники, короче, сидели. Ну чё, ну молодцы они, молодцы, так держать. Мартыновский, Фигнер. Так, это мы всё смотрели. Так, Лопатин, Герман. Кропоткин. Так, а это у нас что? Достоевский, выставка. Узник. Так, Петропавловская крепость. Тюремная часовня. Так, выключаем.